6,1. Да, подтвержденный доход за прошлый год 770 тысяч рублей, плюс доп. Услуги без подтверждения, без которых самых не бывает. С намеком. Неподтвержденный доход, без которого саун не бывает, аренда 150, зарплата персонала, 100 тысяч реклама, 15 тысяч рублей, прибыль 30 тысяч рублей, бильярд, порт, дороги, джакузи, три комнаты отдыха, массаж, кабинет, два сауна, саун-зал, наутилус полностью. Обучу работе, персонал, остается много дополнительных услуг, подаю из-за ревности жены. Из-за ревности жены? Да. Потому что тёлки полцены, конечно. Хостел мини-отель за 99 тысяч рублей. Да, это в жопу видно, на самом деле. Да, было бы у нас 300 таких свободных, чисто на попробовать, да? 300? Да, ну чисто, ну выкинули, не сгорели, не жалко. Да? Не, это мало. Несколько миллионов на попробовать. А вдруг это была сауна в отеле, там 200 чисто не есть. Ну, чтобы годик хотя бы вот можно было попробовать. За 3 месяца ты ничего не попробуешь. Ты не успеешь ни вникнуть, ни освоиться, ничего. Такой мы точно не будем заправляться. Азука. 777. Три топора. Вот такого там, блядь, говнища налить, да? Конденсата какого-нибудь, блядь. Вот бешеная АК. Шпарит вообще. Может, у нас мотор, Москва байка. А он рядом, походу, это платка идет. Пока еще не запущенная. Нет, там блоки подвинуть и выехать на нее, что будет. Приедешь к АБМ, вот это будет прикол. Через 50 километров. Заграждение разбирать от бани, чтобы в поле выехать. Какой-нибудь на 24 полдня получается. Я думаю, полдня там будет здоров. Что бесплатка такая же, как и платка, мне кажется.
эту, наверное, перестанут поддерживать, она станет плохой, и все перескочат туда. Да нет, думаю, и вот, смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь хороших результатов. Новых. Дорогих, пиздец, вообще не выветрили. .12 показывал. Едем, едем. Едем, едем. 50 км. Походу закрываем окошки, выключаем все и едем накатом. За фурой ты стоишь еще. Да. До 5.0 надо скидывать. Да не, ну то от нефти что-нибудь должно быть. 60 км это перекор.
мамон. Слушай, а нам отдали машину, по-моему, меньше четверти, да, было? По пути на подъезде, где Каменск-Шахтинский, ну, километров 100, наверное, до Ростова, будет справа отель байкеров. Можно будет остановиться, сфоткаться. Там такие байки сварены размером с фуру. Ну, не, поменьше, конечно.
контракты, и когда закончатся эти поля, нам нужна цивилизация. Должна появиться она вот-вот. А что у нас, пшеница? Да, думаю, да. Через полтора километра. Конечно, я прямо не поеду. Прямо 357 километров. Пожить там месяцок в таком домике. Сколько такой может стоить? Не знаю. Нормальный. Они даже самая шляпа стоит денег. Thank you.
77 осталось. Вообще не считаю, что это очень через 40 километров Татнефть. Сбивается, да? Собственно, мы и проехали город. Это там, ну не город, а это поселок, село. Рассыпали все, да? Когда-то были непроходимые леса, болота, блядь, да? Цивилизация. Thank you.
такси заехал. Ты видел, заклеил еще эти скотчем шашечки. Не знаю, зачем. Не сорвало это. Или не магнитные, они наклеены у него. Конец платного участка. Почему не было здесь пункта оплаты? Ну, потому что еще не ввели в эксплуатацию. Ну, все было бесплатно. Какого цвета флешка сзади едет. Нормально, да? Или дотянем до Газпрома? На Газпром нефти уже не будет, блин, 44-67. Нехило так. Знаю толк, да? Смотри, все поехали. Раз, два, три. Уже надо. Где у нас? Где? Слева, да? Да. Вон там свободно. Ой, ну что, обязательно. Обязательно. Здравствуйте. Положение определено.
Капец, блин. Ох, ничего себе, провалился. В какую кассу не встану, прямо передо мной один начинает заказывать хот-дог, другой френч-дог, блин, и кассир уходит готовить на полчаса. Короче, кое-как дождался пустой кассы. Мне начали впаривать какие-нибудь хот-доги, френч-доги. Я говорю, не-не-не, спасибо, не надо. Очередь сдавать. А у них, видимо, этот популярный. Ну, видимо, видишь, это большая стоянка, долго нет заправки. Ага. Большая заправка вообще. И люди, видимо, этот. Ну, приезжают не парят, сюда. Не парятся. Да, приезжают сюда так, на нормально это. И машину заправить, и себя заправить. Так. Бензин есть, можно открывать эту. Это да. Что? А, 16,3 расход? Нет, я скинул. Я скинул недавно его. Ты его скинул и постоял заведенный, да? Ага. Поэтому он такой показывает. Давай еще раз скинем. Так, ну что, мне, наверное, нужно мадам этой набрать, да, время 12, пообщаться с ней, чтобы она нас хотя бы ждала. Ага. Как зовут ее? Олеся, по-моему. Не Мадина? Да, не Мадина. Как странно. Ростовом остановиться, что-нибудь купить, штопку закинуть. А вот Татнефть, наверное, страдает. Да, вот Газпром, кстати. Uh-huh. Татнефть страдает, не доезжают до Газпрома. Все там на Лукойле останавливаются. Не, ну мне
местные, кто знает, мы бы легко вот до этого Газпрома дотянули бы. Относительно недавно чем-то прославилась таким нехорошим. Да? Да. Где-то года 2-3 назад, может быть. Что-то там какой-то этот спортсмен натворил. Алло. Это. Едем. Да. Я уже смотрел, там 600 километров, получается, далековато. Да. Ладно, и... Смотрите. Что ты за лагуну узнал еще? Что там никого нет, что ли? Да. Да. Казалось, Плещева. Плещевная. Ростова 352. Слушай, а мы, кстати, вот там, где будем это останавливаться, перед Ростовом километров за 100, 70, может, это, и километров за 100. Камень Шахтинский, там же можем купить что-нибудь покушать, где этот отель пойдет. Там она все фоткаются, останавливается. Thank you.
такое, рекламированный, да, такой застол? Ну, вывалились оттуда всякие ужи, да? Ничем хорошим не разрекламировал. Всякие ужи оттуда повылазили, блядь, баста, блядь. Ну да, все маньяки, которые не были, они все остались. Thank you.
обгоняли этого типа. Мы его уже обгоняли вот этого. Паджеро один. Ставит древний пиздец какой. Стебать. Ну, когда под гору спускается, тормозить, в гору упал, но там пыжится, матерится, плюется. Ну, может, они некоторые могут так и не тормознуть. Не, ну это понятно, но все равно нет, так и делаю. Говорю о том, что он вообще злой пиздец, когда у него упал, не прет, разгон не взял. Пизда вообще. Thank you.
точно надо взять бумагу, чтобы машина получила, да? Конечно. Сообщить точный адрес, и маршрут может или увеличиться, или уменьшиться. Да. На те же там 30-50 километров легко, может быть. Может, она живет до Нальчика. А может быть, за Нальчиком. Да, это в 300. 300 это перевод. В договоре прописано, что